Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Денечка, что надо сказать? Привет! На каком вы канале? Baby Go! Baby Go! Сегодня у нас очередное развивающее видео. Мы будем учиться играть в крестики-нолики. Все просто. Игра у нас на логику и внимание. Денечка, давай мы не будем нолики и крестики вытаскивать. Положим их обратно. Друзья, мы заранее подготовились, сделали крышечки, подготовили крышечки, вырезали бумажки круглые, написали крестики-нолики. Денис называет их Х-ноль. Принцип игры очень прост. Побеждает тот, кто выкладывает три либо крестика, либо нолика в ряд. Денис у нас маленький, поэтому я сам не знаю, какого формата у нас получится игра, но мы попробуем сыграть. Ты ходишь первый. Так, хорошо, ноль сюда поставил. Ты с нулей начал. Но папа крестик ставит в серединку. Продолжай, тебе надо поставить два нолика подряд. Бери ноль. Ставь, хорошо. Чтоб ты не выиграл, папе надо крестик поставить. Рядом с твоими ноликами. Тебе так не видно, День, садись. Ставим крестик рядом с твоими ноликами, чтоб ты не выиграл. А теперь смотри внимательно, Дениска. Смотри внимательно. По диагонали у папы два крестика. Главное поставить нолик, чтобы у папы третий крестик по диагонали не поставил. Смотри, раз, два креста. Значит, куда надо ноль поставить? Смотри внимательно. Сюда. Молодец, все правильно. И теперь, чтобы ты не выиграл, видишь, у тебя два нолика в одном ряду. Я ставлю крестик посерединке. И смотри внимательно, у меня теперь раз, два крестика подряд. Значит, что надо сделать? Куда тебе надо ноль поставить? Где у тебя нолик? Смотри, Дениска. Дэн, смотри, где у тебя ноль? Держи. Так, и у папы раз, два крестика. Куда ноль поставить надо? Нет. Тогда я сейчас сюда поставлю крестик и выиграю. Куда ноль поставить надо? Нет, не крест. Так, раз, два. Два крестика подряд. В одном ряду. Нет, не сюда. Смотри, раз крестик. Ну, здесь уже есть ноль. Дэн. Раз крестик. Два крестик. Значит, куда надо нолик поставить? Правильно, молодец. Вот. И все, и в принципе у нас уже получилась ничья, потому что не будет таких мест, где я смогу поставить три крестика подряд и победить. Не так же Дениска с ноликами. Да, Дэн? Интересная игра? Интересная. Интересная. И причем действительно можно начинать ходить не обязательно с серединки. Давай теперь папа начнет с середины, с крестом. Папа с серединочку ставит крестик. Дениска ставит нолик сюда. Хорошо. Папа ставит крестик вот сюда. Смотри, у папы раз, два крестика подряд. Куда надо поставить нолик? Смотри. Чтобы не было трех крестиков подряд. Где? Вот, раз крестик, два крестика. Куда ставим ноль? Сюда. Правильно, закрываем. Теперь папа ставит еще крестик. И смотри, у папы раз крестик и два крестика подряд. Куда надо поставить нолик? Смотри внимательно. Сюда. Нет, два крестика подряд. Раз, два. Нет, тогда ты проиграешь. Куда? Нет, не гадай. Да. У тебя у папы раз крестик, два крестика в одном ряду. Значит, куда надо поставить нолик? Куда? Нет, подумай хорошенько. Куда? Хорошо, ставь сюда ноль. Ставь сюда нолик. Давай, папа тебе поможет. Да. Так, теперь, чтобы я не проиграл, мне надо крестик поставить вот сюда. Да. Понял почему? Потому что у тебя два нолика подряд. И я тогда могу проиграть. Смотри, у папы по диагонали один, два крестика. Значит, куда нолик поставишь, чтобы не проиграть? Ставь ноль. Куда? У папы раз крестик, два крестик по диагонали. Значит, куда ставим ноль? Дениска. Почему? Правильно. Все правильно, потому что крестики по диагонали целых два. И в принципе здесь уже у нас образовалась ничья. Никто не победил. Победила у нас с тобой дружба, Денис, в этот раз. Но пока что эта игра все-таки ему сложна. Наверное, будем возвращаться к ней в более взрослом возрасте. Если у вас детишки постарше, то мы рекомендуем вам попробовать.
потому что, в принципе, внимание и логику эта игра развивает очень неплохо. Ну и плюс вы можете подключить ребеночка к рукоделию. Мы, например, рисовали нули и крестики вместе с Дениской. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Это был канал Baby Go. Ставьте пальцы вверх. Нич, как пальцы вверх? Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои полезные комментарии. До новых встреч, друзья. Что надо сказать? И все?